Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для данного режима. Честно, не знаю, как здесь правильно название читается, но да ладно. В принципе, я думаю, по названию видеоролика вы поймете, какой это режим. Значит, чтобы получить скрипт, переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Кому не сложно, перед началом убедительная просьба, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить с него. Также, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Splash, либо Star. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. После того, как скачали какой-то чит, далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И на данный режим есть два скрипта. Сегодня в ролике буду показывать второй по счету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. Дальше заходим в настройки. И желательно используем DLL от Kernel, потому что с Kernel лучше всего скрипты работают. Также, если не ошибаюсь, этот скрипт работает на VRDevs. Также напомню то, что Kernel используется с ключ-системой. Теперь возвращаемся обратно. Нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, как видите, Inject не проходит. Если у вас также Inject не прошел, бегаете немножко в игре, потом чит заново открываете и нажимаете Inject. Он просто с первого раза может не сработать. Такое бывает. Так, и почему-то даже сейчас не срабатывает, окей. Давайте еще раз попробуем. Странная фигня какая-то. Должно все работать. Так, единственное, что... можно сейчас зайти в диспетчер задач. И посмотреть, открыт в фоновых процессах Roblox или нет. Да, здесь он не открыт, окей, а почему тогда инжект не срабатывает, я вот это понять не могу. А, у меня просто чит завис, окей, понял. Значит, заново перезаходим. Такое тоже может быть, то, что чит зависнет. Ничего страшного. Так, ну по идее сейчас должно работать. Проверяем. Да, все, сейчас заработало, окей. То есть, смотрите, если у вас чит зависает, просто его заново открываете, и у вас начнет все работать. Так, все, у меня инжект получился, то есть произошел. Нажимаем кнопочку Exclude, и появляется скрипт. Значит, в этом скрипте есть Wins Farm, AutoReburst и бесплатные питомцы. Но не знаю, работают они или нет, давайте, в принципе, это проверим. Где здесь питомцы находятся? Вот здесь. Как видите, у меня питомцев нету. Включаем функцию hatch 300 робоксов яйцо. И проверяем, будут у меня питомцы или нет. Питомцев почему-то нету. Странно. Тогда значит эта функция скорее всего не работает. Ладно. Давайте проверим в принципе самую главную функцию. Это wins farm. Значит, включаем ее. И смотрим. Как видите, у меня очень быстро начинает прибавляться победа. И они будут прибавляться просто бесконечное количество раз. То есть, сколько вам побед нужно, вы просто их копите, и все у вас будет отлично. Так, давайте остановим и попробуем опять включить хэтч яйца. Смотрите, у меня тратятся победы. Только вот на что они тратятся, непонятно. По идее, у меня должны появляться питомцы в инвентаре, но почему-то они у меня не появляются. И вообще, вот здесь это яйцо, оно за робоксы, как бы, а у меня тратится типа победы. Что-то как-то непонятно. Давайте еще раз включим Wins Farm и посмотрим. Не, побед мне столько же прибавляет, то есть умножения на победу никакого нет. Но почему-то у меня потратились мои победы. И сейчас, кстати, почему-то медленнее стало добавлять. Как-то странно, даже непонятно, я бы сказал. Ну ладно, допустим. Так, давайте попробуем сами открыть какое-то яйцо. Ну вот за 4000 давайте попробуем.
Смотрим, какой питомец выпадает. Рарка получается. Ну, в принципе, пойдет, ладно. Значит, одеваем его. И он дает умножение. Не умножение, а плюс 50% дамага. Ну, такой себе питомец. Слушайте, нифига себе! Он не только получается дамаг плюсует, но он еще умножает победы. Сейчас намного быстрее у меня стали прибавляться победы. Короче, я думаю, вы поняли, как эта функция работает. А дальше есть автореберст, у меня вроде должно хватать. Да, у меня хватает. Нажимаем. И, как видите, у меня автоматический реберст произошел. А дальше опять винсфарм включаем. И будет работать или нет. Так, давайте автореберст отключим. И еще раз включим винсфарм. И вот, все, пошел, наконец-то, отлично. То есть нужно некоторое время ждать, пока он там что-то подумает, и после этого начинает работать. Отлично. Но победы у меня сейчас намного меньше прибавляются. Как-то странно, то больше, то меньше. Ну ладно, в принципе, не суть, самое главное то, что это работает. То есть вы можете накрутить сколько хотите себе побед. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан, всем удачи и пока.